Представляем клетку для птиц Credo A 328. Клетка для птиц Credo A 328 предназначена для содержания волнистых попугаев, амадин, канареек и других птиц мелких и средних размеров. Удобная и простая, она изготовлена из безопасных для птиц материалов. Дизайн клетки впишется под любой интерьер и непременно понравится вашим пернатым друзьям. Для влажного и сухого корма предусмотрены две пластиковые кормушки. Имеются также две жердочки и качелька. Начнем сборку с размещения в поддоне двух половинок выдвижного лотка для мусора. Далее на дно клетки укладываем решетку. Устанавливаем на поддон каркас клетки и скрепляем его створки гибкими зацепами на задней части каркаса. Сам каркас крепится к поддону при помощи пластиковых зацепок на бортиках поддона. Внутри клетки размещаем жердочку. На крыше закрепляем кольцо-держатель с крючком для качелей. К крючку внутри клетки прикрепляем кольцо качели. Саму крышу закрепляем на каркасе при помощи зацепов на стенках каркаса клетки. Из двух частей собираем кормушки и устанавливаем их в специальные окошки. От выпадания кормушки удерживают подпружиненные дверцы. Доступ внутрь клетки обеспечивает скользящая дверца. Для уборки послужит выдвижной лоток для мусора. Клетка собрана и готова к использованию. Зазор между прутьями 11,5 мм. Далее приводим основные характеристики клетки для птиц Credo A 328. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.